Сестрайский крытый каток засиял новыми красками. Единственную арену с искусственным льдом в курортном районе обновили косметически, а также провели технологическую смену льда на главном спортивном пространстве. Напомним, что Сестрайский каток открылся в 2017 году и с того времени проводился только текущий поддерживающий ремонт помещений. Объект после ремонтных работ осмотрел руководитель районной администрации. Вот я хочу сказать, я очень переживал за цветовую гамму, но нормально, цвет нормально, я считаю получается. Нормально, да, мы прежде чем цвет подбирать, посмотрели, как и бы вот... еще что, вот, вода на гладкой поверхности, она же будет вот прямо как запотевание, как на стекле, здесь вот такого не будет. Да, не должно быть. Теперь как новый. Жители района, кто часто посещал Сестрайский крытый каток, уже свыклись с салатным цветом стен арены. Цвет был не совсем подходящий для такого большого помещения, и к тому же тип краски, как позже выяснилось, не очень подходил для подобных объектов, где повышенная влажность. Краска со временем начинала отваливаться, и приходилось ее постоянно обновлять, что иногда мешало тренировочным процессам на катке. Сегодня все изменилось, проведена большая и качественная работа. Цвет арены теперь синий, и структуру поверхности стен тоже изменили. Нам, значит, строители предложили вот этот вариант, когда мы поняли, что стены были гладкие, а поскольку стены гладкие, то проблема была в том, что краска на них, ну, так сказать, не держалась, да. Вот они ее отшкурили и применили вот эту вот технологию, значит, вот дополнительного оштукатуривания с гарантией, что теперь вот эта вот краска, вот эта штукатурка будет вот как впитавшись туда, вот в эту вот шубу, ну, будет вот четко как держаться, плюс я считаю, что... Скорость все там да, да, скорость, плюс я считаю, что все-таки эстетический некий такой эффект, как бы, ну, смотрится вот посимпатичнее, как бы, чем было вот до этого. Гарантия по контракту у них 3 года. Стояли, обсуждали, все-таки помню, нам всем кажется, что каток открылся, как вчера, да, но все-таки он уже в эксплуатации 5 лет. И причем эксплуатация такая очень серьезная, поскольку у нас двери открыты все время, вот подчеркиваю, для всех с 7 утра до практически до 23-24 часов, то есть порядка там 14-15 часов в сутки. То есть надо понимать, что пропускная способность здания тут в сутки, через него проходит порядка 500 человек. Кроме стен арены, произведен косметический ремонт раздевалок. Также там заменили специальное резиновое покрытие пола. Оно российского производства, особо устойчивое к износу. Поскольку здесь посетители передвигаются на коньках, хоть и зачехленных, но нагрузка на поверхность все равно высокая. Также на катке в данный момент происходит и полное технологическое обновление ледового покрытия. Оно сейчас наращивается с нуля. Жаркая погода в этот процесс тоже внесла коррективы, но пока работа происходит согласно намеченному графику. Мы пригласили тоже профессиональную компанию, потому что все-таки мы считаем, что качество нашего льда – профессиональное деньги, качество. Да? Сейчас самое главное – сделать вот эту вот подложку, основной черновой лед, потом покраской заливаем как бы до конца. Ну, а вот по времени он сколько? Ну вот на сегодняшний день получается где-то в сутки от 2 там, до 3 миллиметров, до 4. Да? Нам сейчас в сутки, да. Нам надо, значит, для первоначальной, для покраски где-то примерно 20-25 миллиметров. То есть мы рассчитываем, что примерно... Через там, 4-5 дней мы выйдем уже как бы на черновую покраску. Да. Можно говорить о том, что здесь первые катающиеся появятся. Неделя. Завершение большого ремонта на Сестрайской ледовой арене планировалось ко дню города. Так и произойдет. Первое мероприятие на обновленном катке проведут как раз в праздничный день. По нашему мнению, ремонт на катке произведен на оценку отлично. Особенно приятные перемены заметят те жители, кто посещал спортивный объект до начала текущего летнего периода. В этом году мы провели ремонтные работы, были обращения от граждан, которые мы внимательно рассмотрели, конечно, сами знаем, что ремонт требовался, и все стены ледовой арены подлежали зачистке, шпаклевке и покраске. Ремонт выполнен на сегодняшний день, происходят работы по уборке, протирке, и в настоящее время происходит заливка искусственного льда в коробке ледовой. Также были проведены ремонтные работы в помещениях, в раздевалках. Да, все, вот мы посмотрели 3 раздевалки, они все выполнены в разных цветовой гамме. Сделано резиновое покрытие, поэтому ледовая арена в Центре физического туриспорта полностью готова. Очень символично, что мы эти работы все проводили в год столетия Всеволода Михайловича Боброва. Легенду спорта
легенду футбола, легенду хоккея. Уважаемые жители, 10 сентября в 10 часов 30 минут мы с радостью приглашаем вас на нашу ледовую арену имени Всеволода Михайловича Боброва. Первое мероприятие в обновленной арене. Арене – это товарищеские матчи ветеранов хоккея 50+. У нас будут выступать наши сестрорецкие бобры и также еще три приглашенные команды. С радостью будем вас здесь всех встречать. Очень рады будем вас всех видеть. Ждем вас у нас.